Надо как-то его, короче, согреть. Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, смотрите игру канал Вредного Енота. Мы с вами продолжаем играть в игрушку Ark Survival Evolved мод Анунаки. И сегодня у нас по плану нам нужно притомить спинозавра, нам нужно найти дракончика, попытаться их скрестить. Чё ты мне летаешь? И попутно... Вот зараза, не могла раньше сесть. И попутно по вашим заказам притомить еще несколько динозавров. Тут список огромнейший просто, я сегодня так с утра открываю комментарии, думаю, ёпты. С испугу закрыл, потом, знаешь, так одним глазком аккуратненько так приоткрыл, посмотрел, думаю, ладно, жить можно, аккуратно все прочитал, чтоб меня это сильно не шокировало, не ожидал я от вас такой активности, и это, между прочим, классно. Опа, пиявка. Прикинь, да? Во, хорош. Так, так вот, сегодня нам нужно найти спинозавра девочку для вот этого мальчика, а дракона девочку для того дракончика, попытаться притомить альфа зверюгу. Посмотрим, какую. По-моему, это был Рекс. Рекс. Да. По-моему, это был Рекс. Мне, в общем, пояснили, почему у меня Аргентавис не уснул, потому что это был Прайм Альфа. Прайм Альфа не вырубается в принципе. Я не 600-го левела и только Альфа Чип. Так вот, план ясен. Попутно мы сегодня переименуем несколько динозавров, как вы там написали, попросили. И... А почему я голый? Это как так? Голый. Ладно, голый, я ищу с барахлом. В общем, полетели искать стегозавры и полетели искать дракончиков. Вот она, первая жертва. Я просто помню, что меня попросили тоже приручить вот именно огненную кошку. Сейчас мы этим и займемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто там я? Вот, а, это огненная кошка дерется. Так, ладно, это мы сейчас повырубаем всех. Вот, смотри, вырубил, отлично, кошка где? Так, кошка спит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что случилось? Пиранька! Пиранька кусается! Стой! Это, стой! Подожди. Давай, задний ход есть у тебя? Нет у тебя заднего хода, ладно, так, вырубили, отлично. Так, давай, короче, не спеша. В развалочку. Вот эту собаку вырубим. Чё-то она, блин, нас бьет. Так, посмотрим, что там у нас кошка. Так, Рекс, ты живой? Так, ты живой, самка. Ты мне не нужна. Давай ты будешь мертвая. Отлично. Так, теперь давай ты отсюда уйдешь, пожалуйста. Ты мне сейчас мешаешься сильно. Отлично. Так, ты давай тоже отсюда. Подожди, не так мы бьем. Совершенно мы неправильно делаем. Надо делать вот так. Ай, кто? Пиранья. Да ты собака только, иди сюда. Че, еще одна? Еще одна. Вы что творите, а? Рыбы, вы... А это кто? Это аллозавр, да? Аллозавр. Нужна срочно зачистка территории. Опа, и кентавр. Кентавр, кентозавр. Кентрозавр. Ты умирать будешь, Алло, там сейчас аллозавр придет. Ай, да ну тебя нафиг. Так, съем. Отлично, так, давай зачистку сначала сделаем. Хорош, кентрозавра завалили, аллозавра вырубили. Кошка где? Тут мне говорит, что кошки... Нету, как-то. В смысле, подожди, а кошка где? Не понял сейчас. Так, да ну тебя нафиг, иди сюда. Сейчас, на птерчике это побыстрее получается немножко. Только я не понял, где кошка, реально, ее съели что ли? Ешь, ешь, ешь быстрее, активнее, активнее, активнее. Челюстями работаем, работаем челюстями. Вот тут кошка была, по-моему, вот, видите, от нее остался пакет. Че, неужели пираньки съели? Реально кошки нет. Блин, что, вот так вот реально плохо, да? Бля, как ты муха? Прикинь, съели кошку, а? Ладно, ладно, намек понял, не дурак. Полетели дальше, что теперь искать кого-нибудь другого. Еще одну нашел, смотри, вот она уже лежит. Хе-хе-хе. Я так... Тихо. Кто тут? Опа, а ты кто тут? Ты БДС? Или ты просто красивая? Просто красивая, ладно. А, так, хорошо, они у меня теперь вот наложились друг на друга. Давай как-то вот аргента мы сейчас съедим как-то вот так красиво. Чтобы его тут не стало просто, потому что он мне загораживает вид. Но сейчас прилетят другие аргенты, блин, надо быстрее трупики разбирать. Живой?
Живой. Ой, Кайлозавр. Ты откуда? Я тебе сейчас... Собака такая. Да ты куда идешь-то? Стой! Курица! Спать на. Отлично, уснула. Это хорошо. Так, а ты давай отсюда вообще беги. Молодец. Вот, молодец, ты хороший. Так, подсказали мне, что вроде как золотыми киблами можно их томить всех. А чё такой маленький? Ну ладно, ещё котенок, ну ладно. Котенок как котенок. Хавай! Кошак. Не, так он симпатичнее. Так, что нам еще? Тут пока вроде как затишье. Нам еще сегодня нужно попробовать притомить Додо Рекси. В принципе, я киблы все сделал. И, кстати, если кто знает причину, по которой я не могу делать наркотики в ступке, вы мне скажите, второй день такая ерунда после последних двух обнов. Или я куда-то не туда тыкнул, или они что-то опять сломали. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Не делается наркота в ступке, вообще нету просто ее. Кстати, к слову, вот-то сволочь дохлый, а я тут сижу жду. Блин, это, да, это был эпик фейл. Это был фейл. Они какие-то дохлые кошки, так-то если разобраться. Их, они вот в самой заднице мира находятся, и они всегда, получается, в самом месиве, у них нет хп совершенно. На них косо посмотри, они дохнут. Я только поэтому не люблю кошек. Нашел я самочку, смотри, только ее оберегает два самца. И вот нам теперь нужно определить, какая из них самка, какой из них самец. Вот ты кто? Вот ты самка, да? Ты кто правая? Так, значит, туда коричневого мы красиво сливаем. Отлично, первый спит. Так, отлично. Ну-ка, давай-ка. Давай, нам бы его съесть. Ну-ка, подожди. Не отравилась, да? Подожди, подожди. Нам теперь нужно как-то их куснуть красиво. Так, вот, один есть. Это вот кто теперь лежит у нас? Самка или самец спит? Спит у нас... Самец, не, ну а как по-другому-то, ё-моё. Кто еще должен спать-то? Конечно, самец. Самки вон трудятся, бегают. А самцы дрыхнут. Вообще. Сейчас мы вот так расстреляем ее, то есть. Хорош. Их надо, короче, всех усыплять. Спать будем? Самочка, я понимаю, ты у нас молодец. Ты у тебя там, я не знаю, дела какие-то, вот в прачечной сидишь. О, отлично. Ну, отдыхать тоже надо. А, итого. Смотри, это у нас кто? Самец. Лобысь, лобысь. Сейчас, короче, почистим немножко территорию. Нормально, сейчас самца не станет. Сейчас енот будет альфа-самец в спину. Фига. Кто там? Птер там. Ладно, птер не страшно. Это съели. Это у нас самочка. Так, а это у нас самец. Вот, давай еще самца вот этого уберем, потому что они как-то наложились один на другой. Я не понимаю, в какую дырку, в какую пасть мне тыкать едой. Отлично, во. Так вот. Самочка у нас 545, да, вроде? Да, 545 самка. А, ну, давай проверим вашу теорию. Вот так вот я сделаю. Подождем, пока они немножко проголодаются, и посмотрим, как подействует ваш золотой кибл, как вы мне писали, можно кормить им. Чё-то не работает система-то, смотри, вот она уже проголодалась, тут достаточно, уже почти тот не есть киблы. Кстати говоря, мне тут кто-то говорил, что нельзя вырубить детенышей. Вот, пожалуйста, спит, вот это самая пика, я его вырубил. Прекрасно вырубается, так что, возможно, мы даже спим какой-то раптор, а ещё какой-то мелочник мы попробуем, ты мечо ушла. Так, а ты давай, дети, за тобой сейчас кто-нибудь прибежит. Я... Ох, ё, что это? Чё такое толстый? Ты, птер, ты не должен быть толстым. Ты летать должен. Ты должен быть быстрым. Отлично. Так, так. Ну, что делаем? Я предлагаю тогда, чтобы не выёживаться. Вот так вот делать. А, нет, смотри-ка, работает. А сколько ему интересно было еды? Так, это мы забрали. Короче, система работает. Только как-то она странно работает. Ему, походу, очень-очень много надо еды ждать. Больше что-то получается. Так, ладно, вот у нас такая самочка. Что-то у нас есть, у нее скрещивать будет. Прям в этой серии, прям в конце. Так, все, пускай она стоит. А, мы ее, я вот этими штуками ее качаю. Их у меня там достаточно много. Ее и того. Хотя, подожди, а не надо. Они же точно, они же по изначальным характеристикам, сколько я знаю, берется. Так, ну КП есть, дамаг какой-никакой есть. Так, ладно, я подумаю, как его перетащить. Пока что полетели нам теперь дракончик нужен и поискать огненных зверюк. Следующий на очереди у нас идет Додо Рекс.
Я парочку хвалил. Гига! Альфач Прайм! Да? Прайм, блин, Прайм, ё-моё! Я так было бы классно притомить! А сколько у меня? Блин, вообще было бы просто от души его притомить. Ладно, его портить пока не будем, смотри-ка. Кошку нашел. Я ее могу взять? Сейчас, короче, это... кошка. Не могу кошку взять, а? Блин, так и думал, а? Короче, нет, не вариант. Слушай, Прайм Гига прямо около нас шарится. Очень классно. Так, ну его мы не... А хотя, чё нет-то? Давай попробуем, ну мало ли. Если нету, хоть завалим. Так-то, блин. Скорпион. Ай-яй-яй, сколько? 21 косарь. Ух, упал. 21 косарь, всё. Блин. Не, ну так я его долго буду. Нож как-то. Так, за хвост его покусать. Может, он вырубится, а? Ну, мне, правда, написали, что Прайм не вырубается. Ну, давайте мы в этом лично убедимся. А пока мы его за хвост будем кусать. Короче, не помирать, не засыпать не собирается. Давайте мы его пока оставим на будущее. Я потом посмотрю, может, своей гигой перейду. И там махач такой устроим хороший. Главное, я запомнил, где он есть. Так, вот, нам Додорекс нужен. Вот, а ну-ка, давай, какой левел у тебя? Додорекс... В смысле? Далеко, что ли? Опа! Нежданчик. Нежданчик. Отлично. Спать! Так, нам Дрейк нужен? Нам Дрейк не нужен по одной простой причине. Потому что у меня нету Дрейк-трибьюта. Поэтому пускай он спит, чтобы нас просто нет. Ох ты, их две тут штуки. Давай выберем какую-нибудь потолще, покороже. Так, ты... А чё с левелами-то? Что не так? Почему левел не пишется? Ладно, так, покусаем. Она же должна уснуть. Так, ага, одного мы... Все, отлично, обоих вырубили. Так, следующий вариант какой? Кай, бобры грызут кого-то! Или нет? Подожди, чё, кто? Кто кого грызет? Так, бобёр. Не понял, кто кого ест-то? А, бобры кого-то грызли. Ладно, опа, спит. Хорош. Так, а чё с левелами? Слышь? Прикинь, Додорекс. Они, короче, что-то со мной сделали, все поломалось нафиг. Блин, а их теперь питомить-то можно, нет? Так, давай по ХП смотреть. Чё не так? Чё случилось? Почему оно не работает? Почему? Оно все ломается. Так, 576 и 400 всего. Чё-то подохло. А у тебя сколько? О, вот этот левел-то получше. Значит, смотри, мы ему сейчас вот это вот делаем, прожимаем. И вот это прожимаем. Ха! Хорош. Я тогда обратно заберу. Подожди, левел-то у тебя какой? Додо, у тебя какой левел? 819, так? А это не показывается. Я не знаю, нам нужна вторая. Они скрещиваются вообще, нет? Как думаете? Так. А, пол мужской. У тебя что пол? У тебя пол тоже мужской. Ну, значит, ты нам не нужна. Значит, мы возьмем одну, которую побольше. Подожди, тихо-тихо. А вторую мы просто съедим. Ну, а что с ней еще делать? Зачем она нам нужна? Она совершенно... Подожди, а нафига я так делаю? Просто полетели. Да. Додошка, пошли. Теперь у нас есть Додорекси. Так, нам теперь... Блин, так у нас надо еще с этим повоевать, с гигантозавром Альфа Праймом. При этом нашим гигой повоевать-то. Так как бы тебе его... Че там за стрела? Да, это будет надолго. Пока переправлял, смотри, кого нашел. Атан! Альфа Мегалодон. Давай пробуем его, может, вырубить. Ага, ты так не стреляешь, да? Ладно, давай так попробуем. Иди сюда. Давай, собака, иди сюда, иди, сейчас подплыву. Хоба. А, так это Прайм. Не, Прайм нам не нужен. Блин, а тут такое ощущение, что они все Праймы, ребята, на самом деле. Я сколько вот смотрел, я реально не натыкался на альфачей не Праймов. Вот на самом деле. Короче, с Праймом мы пока связываться не будем.
мы справимся, держимся только с гигантозаврой. И то своим гигой я вот, кстати, вот, ну-ка даже. Прям сейчас я его сучка выгружу. Ну-ка давайте-ка загрузим нашего гигантозавра. Так, а существа гигантозавр. А там мой красавец. Я его пока оставлю тут. Скоро я за ним вернусь, пойдем долбить альфача. Потому что с драконами, честно говоря, сегодня вообще какая-то проблема какая-то, потому что драконов я нашел, но они все пацаны. Там двух или трех драконов всего увидел, и все пацаны. Поэтому как-то вот, наверное, мы сегодня будем драться просто с гигой, а дракона будем выводить в следующей серии. Ну, а спинозавра, соответственно, в этой. Как думаете, мы выдержим вот эту или нет? Ну, 95-й левел, он не прайм, он просто так. Нифига их там, да это этот, какой-то секта Ктулху. А это Ктулху сам. Обалдеть, а чё так много? Так, ну ладно, он вроде как спит. Так, давайте сейчас воздухом подышим. Плохо, что стрелять нельзя, надо походу или арбалет брать, или еще что-то. Я был уверен, что обычно лук-то он стреляет под водой, а он нет. Но в воде вообще не стреляет с него. Надо арбалет взять на такие случаи. А арбалет, насколько помню, стрелял. Ну давай попробуем, сколько ему надо вырубиться. Раз, два, три, четыре. Так, вот сейчас на меня должен напасть. Стой! Наутилус, блин. Сейчас, подожди, я думаю, мы его вырубим. Подышим маленько. Так-то нам, конечно, масочку бы. Но вот мы как всегда. Так, подожди, подышали. Где-то он, вот он тут. Сейчас, подожди, он нас все равно нападет. Мы его сейчас все равно съедим. У меня, прикинь, у меня слов. Че это он такой? Да стой ты, не пока. Че ты мне свою задницу показываешь? Так. Нам, короче, купца не надо. Где у меня кто? Вон и все, ё-моё. Блин, вот смотри, он на дно уходит, ё-моё. А как вообще их вырубать-то? Обалдеть. А чёрт, задыхает уже. Быстрее. Спина. Обалдеть, как их реально вырубать-то, а? Он на дно так уйдет, допустим, ладно, и мне... Мне его преследовать-то как? Ладно, допустим, у меня маска есть. Предположим, да? А как его догонять-то? Вот сколько я в него всадил? Да это охренеть. Все, он вообще там... Ладно. Ой, да их тут много. Короче, ребят, все, мы запомнили, где они находятся. Прям рядом с базой мы сюда вернемся, когда начнем подводного хода. У нас много еще предстоит под водой поплавать, потому что на самом деле мы под водой, по-моему, ни в одних сериях практически никогда не плаваем. Все, ребят, идем на разборки. В общем, план следующий. Пока мы идем, мы по максимуму еще сколько можно вкачиваем. Плюс я вот этим сейчас перегружу. Пока они у него будут. И Health Booster я загрузил. Сейчас попробуем завалить Альфа Прайм Гигантозавра. Я не знаю, что будет, потому что, например, тут 10 миллионов КП. Мне кажется, это, возможно, даже маловато будет для Гигантозавра. Но посмотрим. Вон он стоит, ждет. Короче, все, я нашего Гигантозавра вкачал по максимуму. Того у нас 15 миллионов КП, 37 тысяч дамага. Отхилку я тоже взял. Сейчас чую, нарвемся мы. Прострем гигу свою. Ну да ладно. Еще если что сделаем. Пойдем драться. Потому что если у нас... Уже битва не будет. Потому что если у нас до этого птер по двадцатке долбил... Надо как-то его, короче, согреть. Типа такого. О, пойдет. Падай. Ну давай. Махач, пошел. Ё-моё. Обмен ударами пошел. Ёшеньку. Да он вообще, смотри, напирает как танк. Он камни лупит. А это не могут, да? Обалдеть, ребят. Не-не, завалим. Все, он уже красный. Да он вообще его никто, ничто. Вот, завалили мы Альпача мы завалили. Я-то думал, там что-то серьезное, а тут так. Всего-то на все 5 миллионов. Ага, кровотечение счет, смотри-ка. Так, что нам с него упало? Ништяки какие? Никаких, только вот сердце гигантозавра. Ну ладно, мы доказали всем, что мы альфа-самец.
И теперь по логике мы пойдем спаривать спинозавров. Ну, а чем еще альфа-самцу заниматься? Логично же. Счастливые будущие родители. Так вот, мы сейчас что делаем? Мы включаем... Поведение блуждания. Стой. Вот так, да? Отлично, стой. Блин, поведение блуждания. Все. Сейчас вот понеслась. Вот таким вот, блин, способом. Довольно, кстати, ой-ой-ой. Очень-очень сложно. Потому что они начинают сразу разбегаться. Разбегутся на очень далекое расстояние, нифига у нас не получится. Пускай они там пока спариваются. Если вам 18 лет, нельзя на это вообще смотреть. Никак нельзя смотреть, как спаривают динозавры. Пока строгал себе вот такие вот факелы, вообще пора бы уже на кондиционеры приходить. Все, переименовал этих. Вот у нас Кентай, Тирик, Карнотавра обделили именем. Печалька. Спин. Кто у нас там еще? Где-то у нас Флок был, Волк, Фаер и, в общем, все остальные. Побежали, в общем, расставлять уже факелы, чтобы у нас все ништяк, чтобы яичко вылупилось. Так, вот он, Фаер и... Так, Маэстро. Ну, в общем, ладно. Показал, что я переименовал, я себе честно сделал. Вот у нас такое яичко вылупилось. Так, кто он получается? Почему-то только вот... А, это ясно, 21. Вот, Пинозавр 131 и 937 левела. Теперь давайте расставлять факелы. Кто не знает, как расставлять, я тоже не знаю. Просто тыкаем вот так все подряд. Вот примерно таким нехитрым способом расставляется, но это и то какое-то у нас странное, и слишком жарко стало. Обычно еще вот так вторым, иногда третьим рядом расставляется это все. Ну, как-то вот не знаю, тут почему-то жарко. Ну, потушил, вот теперь она у нас получается из всего три вот этого достаточно, чтобы вылупился кто-то там. Маленький спинозаврик, вот давайте его дождемся еще минута 140. Момент истины. Опа. Тихо. Ну-ка стоять им. Вот этот момент вообще самый опасный. Вот тут прям берите его и следите, чтобы он у нас никуда его никто не съел. Это, детеныш, пойдем. Детеныш, ты выйди оттуда, ты мне сейчас факел сломаешь, как прошлый динозавр. Давай быстрее! Алло, гараж! Давай быстрее! Пошли! Да ёпта, что такое-то? Так, а может он глухой? Поведение быстрее, наименьше, пошли. Во! Пошли, там где место есть. Тебя нужно вывести куда-нибудь сюда, в люди. Вот тут будешь расти. Может не упадет у меня? Друг! Глупое создание! Куда ты бежишь? Иди сюда, зачем-то? Короче, иди сюда. Будешь расти тут. Все. Вот тут вот и расти. Так, а расти ему еще, ну, минут 5-10. Давайте по характеристикам пока посмотрим. В принципе, пошел он, наверное, маму. По-моему, мама были характеристики. Опа. Стопе. Забыл. Сюда иди. Вот тут будь. Поведение. Все, отключил. Так, и давай-ка на пассив тебя, а то сейчас на какой-нибудь нар... Ну, ешь, нифига ты вымахал. Как быстро растут дети, да? Так, а давайте потушим, а он еще пригодится. Нам еще в следующей серии нужно... дракона искать, самочку, соответственно, выводить яйцо. Нам в следующей серии нужно найти шляпника, давненько мы шляпников не находили, поэтому будем в следующей серии искать шляпника. И нам нужно готовиться к подводной Одиссее, поэтому в следующей серии я, наверное, притомлю какого-нибудь мегалодончика, хотя бы мы начнем на нем плавать, посмотрим вообще, что там есть под водой, потому что, честно, ребят, я под водой вообще не плавал. Как вот в арке я упустил вот этот вообще момент. Я в лучшем случае представлял только мегалодона и все. Ну, в общем, на этом, наверное, серию мы закончим. Жалко, что не получилось с драконом у нас. Не смог найти вилл двух драконов буквально, все мужики. Зато мы притомили Додо Рекси. Именно не убили ничего, а притомили. При этом довольно неплохого левела, надо сказать. Мишка, морда прикольная. Ну-ка, дай-ка, подожди-ка. Вот это уберу. Во, вот что-нибудь типа вот такого. Вот. Какая прикольная мордаха, а? Вот, притомили Додо Рекси.
повоевали с гигантозавром, не просто гигантозавром, а Prime Alpha гигантозавр. Нашли самочку спинозавра и скрестили двух спинозавров. Сейчас у нас малой растет. На этом все. В следующей серии мы посмотрим, насколько он у нас вымахал. Постараемся найти кошку, как я вот обещал, огненную кошку. И все остальное, то, что, о чем я говорил вам уже. Смотри, как вымахал. Не по дням, а по часам растет. По минутам просто. В общем, все. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, оставьте комментарии, ставьте лайки, делайте репост. Всем удачи, всем пока.